Для поддержания экономики на ближайшие 2 года из национального фонда будет дополнительно выделено до 3 миллиардов долларов. Но стабильная работа, зарплата и уверенность в завтрашнем дне возможны, если в стране царят мир и согласие, уверены сотрудники Актюбинского регионального университета. В следующем году казахстанцы отметят 20-ю годовщину со дня принятия Конституции и создания Ассамблеи народа Казахстана. Поэтому людям необходимо беречь общественное согласие и ценить стабильность в стране. Преподаватели разделяют переживания главы государства по поводу глобальных испытаний, которые ждут мировую экономику. Достойно пройти через этот сложный рубеж смогут только сильные, сплоченные народы и страны. Глава государства уделяет особое внимание экономическому росту и повышению благосостояния народа, духовно-культурному развитию и укреплению общественного согласия. Наша страна готовится войти в 30-ку самых развитых стран мира. Поэтому главный принцип Казахстана «только вперед» станет актуальным.